можешь прямо сейчас начинать обо мне думать. На все про все у вас одна минута. Рахула! Я даже не думал, что ты можешь быть такой красивой. Этот старый солдат, он погиб? Доктор, здесь человеку плохо. А вы почему здесь? Вы здоровы? Да, почему вы спрашиваете? Где Игорь? Эвакуация. Неужели все так серьезно? Полетят только добровольцы. Разрешите готовить машину к полету. 24-25. Сейчас будет объявлена посадка на... В больницу начали поступать пациенты с явным признаком облучения. Дверками моими. Ничего не случилось. Кровь захватите. Третья группа. Слава Богу, доброму нашли. Обязательно позвоню сразу после 20 числа. Паша, ты серьезен? Не смейся. Ну, здорово. Слушай, ну и огребем же мы, если нас поймают. За что? Ну, как за что? Мы тут меряем чужие вещи. Скажут, вообще замок сломали. Не говори глупости, кто скажет? Теперь уже эти вещи больше никому не нужны. Паша? Паш? Да. А если нас поймают, тебя что, от меня увезут? Если поймают, наверное, увезут. Врач вообще сказал, что мне в Москве надо обследоваться. Ну, правильно сделал, что бежал, да? Я обещал тебе. Ты только не волнуйся. У нас в Киеве врачи не хуже. Ты, главное, чувствуешь себя хорошо? Да. Паша, если ты считаешь, что тебе надо вернуться, ты только скажи. Нет, я не хочу. А ты не хочешь поменять свою одежду? Грязную. Паш! Паша, иди сюда! Аль, если мы это возьмем, получится, что мы это украли. Вот как? Если ты мне такой принципиальный, то я так и быть беру этот грех на себя. Нам бы еще чего-нибудь поесть. Домой идти нельзя, в какой-нибудь магазин мы с тобой вряд ли сумеем попасть. Так у нас денег нет. А если бы были, ты бы их около кассы оставил? Ну... Ну, что мне с тобой делать? Ребенок – самое настоящее дитё. И зачем ты только на мою голову навязался? Пошли. Давай. А я сама? Паш, иди сюда.
все маленькое. О! У меня точно такой же в детстве был. У тебя. Да я не помню. Смотри. Уйдем отсюда. Глупое создание. Я чуть не умерла со страху. Знаешь, она, наверное, тоже кушать хочет. Это все, больше ничего нет. Ну что ж, поступим по-братски. Мы выпьем яйца, а этой бедолаге отдадим хлеб. Сейчас мы с тобой пойдем и ограбим какую-нибудь квартиру. Да, даже если там будет сидеть 10 милиционеров. Топор тебе зачем? Топор? Чтобы их всех убить. А ты с нами на дело не пойдешь, потому что это очень опасно. Всегда от него голова болит. Всегда? А ты у меня случайно не алкоголик? Нет. Ну, мы пробовали пару раз с ребятами в детдоме.
Ну ладно, ты смотри. Нам с тобой еще о ребенке думать надо. О каком ребенке? Как о каком? О нашем. Или ты считаешь, что это все просто так, несерьезно? Нет, все правильно. Ну вот и хорошо. Ань. Выпей, выпей. Ань. За моего папу. Пройдет. Давай, давай, давай бутерброд. Давай. Сыр будешь? На. Давай, давай. Надо сил набираться, а то нам еще с тобой из города надо уйти. Что? Когда? Ну как когда? Когда стемнеет. Ну, днем мимо постов нельзя пройти. Мы здесь до темноты посидим и пойдем. Ты ешь, Паш, сам? А то ты худой совсем. Аж смотреть страшно. Мне перед знакомыми стыдно будет. Ты тоже ешь. Есть! Давай по чуть-чуть, а? Давай. Нам теперь уж все равно. Открывай! Оп-оп-оп. Только фужеров нет. Ну, а я пойду посмотрю. Аль, стой, стой! Не ходи. Подожди, ну мы тут и так уже нахозяйничали. Это... Ладно! Это же чей-то дом, давай. Тогда и чашки сгодятся. Ух ты! За тебя. За нас, Паша. Ура! Обязательно сюда кто-нибудь придет. Все. Давай, слезай. Слышь, Ач, а че это вы тут, а? Вы че, сбежали? Что ли? А? Ты откуда? Со свадьбы. Здрасте. А мы не были ни на какой свадьбе. А? Так войдем, давай. Тихо, тихо, дядь, тихо. Гости твои где, а? Че, сидят еще? Гости, а у них. Что? Они... Разбрелись. Ну, так третьи сутки пылают станицы. Я же чувствую, печень пора ампутировать. Я на лайбу и на рыбу. Все. Завтра вторник, завтра смена. Все. Завтра среда, 30-е. Да ладно, че за... Правда, что ли? Ну, среда. Как стыдно. Опять объяснительно писать. А, это их антиалкогольная компания. Будьте на неладном.
стоит. Пойдем, пойдем. Слышишь, а? Это... А где все? Кто? Ну, все. Нина Петровна, например. Так все же эвакуировались. Все что, война, что ли? Все в Сыктывкар уехали. Еще вчера. А Нина Петровна... И Нина Петровна тоже уехала. Это... из-за меня. Дядь, ты совсем ничего не знаешь, да? Ну, авария на станции, взрыв был. Весь город выехал. Эвакуировали всех. Понял, нет? Ну. А вы, дядечка, как с Луны свалились? Я не с Луны, я с Бодуна. Поехали! Ой! Расселён? Пошли. Все, правее, стоп. Все наше. Паш! Давай. Аль, ты где? Аля! Аль! Паша, здесь пусто. Вылазь, да. Давай, давай. А когда мы с тобой поженимся, мы каждый день будем есть мороженое. Я не люблю мороженое. А я обожаю. Как хочется привести себя в порядок. Целую вечность не мыла голову. Заснули, а? Ага. Тут поспишь с вами. Ну что, здесь, что ли? Здесь. Вот даже на этом месте прямо. Точно? Да точнее не бывает. Это Припять. О, черт. Да он хоть немного соображает. Орел, ты сколько ты вчера выпил, а? Разит, как из бочки. А я не считал, я пил. А ты эту штучку вот одень, вот руку тебе убери, легче а? Будет. Так, ладно. Слушай, значит, по твоим сведениям, их двое было, ну, да? Ну сто раз тебе говорю, я говорю, двое девочка, я говорю. Ну что, Мелков, дальше куда? Давай, Мелков, слышишь, поехали к Нине Петровне в Мукачево. У меня там есть еще чуть-чуть добавить. Тимон, ну, ты смотри, чтобы он не высовывался. Заводи, на базу едем.
Уехали, кажется. Одеколоном пахнет. Конечно, это же вход в парикмахерскую. Паша? Аля? Ну, а как мы ее откроем? Ключом. Подожди, еще рано. Не смотри. Раз, два, три. Кто хочет, тот смотри. Нравится? Нравится. Я даже не думал, что ты можешь быть такой красивой. Хочешь, я теперь всегда буду делать эту прическу для тебя. Каждый день. Хочешь? Паша. Паша, что это было? Это зиметристы. Все, надо уходить из города. Хорошо. Сейчас? Да, да, темнеет уже. Пошли. От водки у тебя? А? От водки, может быть? А, да, да, наверное, от водки. Ой, что-то шумит в ушах. Это машина. Машина. Водка, быстрее. Ты как? Нормально. Можно идти? Подожди. Посидим здесь еще. Да. Будешь моим мужем? Да. Ну, ты плохо сказал, скажи еще раз. Буду.
Паш, что с тобой случилось? Ты меня разлюбил? Нет, Аль, я тебя люблю. Я же вижу. Что? Просто ты... Просто что? Я тебе должен кое-что сказать. Скажи. Там на крыше, на станции, я очень сильно облучился. Ты себя плохо чувствуешь? Да нет, нормально вроде. Ну, что тогда? Ну, просто ребята говорили, что... Что говорили твои ребята? Они говорили, что... Если человек облучился, то он уже не может быть мужем. Ну, понимаешь? Это ты все придумал, я тебе не верю. Нет, я не придумал. Тогда докажи. Как? Очень просто. Мы же с тобой один раз уже целовались около колючей проволоки, так? Правильно? Ну. Пойдем. Поцелуй меня. Хорошо, а теперь в губы. Ну, что чувствуешь? Вкусно. Ладно, давай здесь. Ничего не слышу. Садись ближе. Ну? Что? Обними меня. Откуда знаю, что? Аля, что ты сердишься? Аля. Я не сержусь, Паша. Ты мне самый лучший. А может, нам лечь? Здесь мокро. Да. Мокро. Паша. Хочешь, я что-то покажу? Покажи. Вот. Никто, кроме тебя, не видел. Я тебя люблю. Вот.
Ну вот, теперь вы успокоитесь. Спасибо. Закрывайте глаза и подумайте о чем-нибудь приятном. Если бы я могла. Мои родные ничего обо мне не знают. Моя сестра осталась в Припяти. Где она? Что с ней? Господи, Алька, она же совсем еще ребенок. Вот об этом вы поговорите с Софьей Михайловной, нашей завотделением. На первый взгляд она строгая, но очень душевная женщина. Все, спите. Я выключаю свет. А в телефонной будке ты мне все-таки соврал. Спишь, Паш? Вставай, Аль, надо уходить из города. Сейчас? Да, да, уже утро, скоро, давай. Что случилось? Ничего. Ничего, в больницу мне просто надо. Давай, вставай. Да, хорошо. Паш, ты только не волнуйся, я сейчас. Слышишь меня? Аль, пошли. Все будет хорошо. Вот увидишь. Пошли. Я с тобой.
Тихо! Слушай, слыхал, что ликвидаторы рассказывают? У них тут дозиметры зашкаливают, а они парочку влюбленных видели в лесу. Да. Паша! Что случилось? Ничего, ничего, ничего. Показалось, просто разговаривают там. Курить хочешь, да? Немножко. Сейчас. Я с тобой. Не-не-не, сиди, сиди. Сейчас я приду. Сейчас. Есть! Ай да Ленчик, ай да сукин сын. Че, Ленчик, нашел, что ли? Нашел, нашел. Степан Матвеевич, вы были абсолютно правы. Убоялись эти Рокфеллеры золотишко с собой брать. Дай-ка сюда. Рыжье точно. Ну, да чего ж тут примитивны все эти люди? Я, кстати, сразу понял, что они где-то здесь золотишко закопают. Потому что они еще собираются сюда вернуться. Золотишко. Позвольте, я сам открою. Цыц ты. Тебя кто на этот дом навел, сучонок? Так что не рыпайся. Мы еще с Ангелиной посмотрим, сколько тебе отсюда причитается. Ты что надумал, сучонок? Не ханьмите мне, Степан Матвеевич. Не надо. Я это с детства терпеть не могу. Нонсенс.
Вот же глупость какая. Что, допрыгался, урод? Подождите, это не я. Конечно, не ты, он сам на ветке напоролся. Стрелять. Нет, веди его в машину. Давай, пошел, урод. Подождите, тут другой парень. Это ты в суде рассказывать будешь, понял? И что ты разговариваешь с ним, Лешка? Возьми и уведи в машину, если что, пристрели, как собаку. Как говорится, недолго музыка играла. Думали, здесь за полных хозяев останетесь. Так кто же вам разрешит? Нелюди вы, как есть нелюди. Небось, свою подельщику тоже кокнули, да? Слушай, я стоять не знаю... руки! Я не знаю, про что ты говоришь. Я здесь совершенно случайно оказался. Я... Дурак ты, Вася, понял? Вот здесь встал, стоишь, ноги. Думаю, вот я тебе поверь, что ты прогуляться сюда вышел, вперед. Здесь остановился, стоит. Давай, за мной. Не балуй! Чего уж там теперь? Раньше думать надо было. Старший сержант Стригунов слушает. Чернокосура говорит. Что там у вас, Стригунок? Там мародеры, товарищ капитан. Одного взяли. Взяли? Ага. Своего кончил. Ладно. Когда поедете обратно, заскочите к военным на 8-й пост. Они дадут ориентировку на пропавшего солдата. Как понял? Вас понял, товарищ капитан. На обратной дороге заскочить на 8-й пост и получить ориентировку на солдата. Все, до связи. До связи. Убил. Когда пионер-вожатым здесь был, все тропки исходил. Говоришь, баба тебя вокруг пальца обвела, да? Слушай, да спряталась она просто. Еще и шустрая оказалась. В общем, вправо они не пойдут, там болото. Останови здесь. Пойду одну сторожку проверю. Ее геологи позапрошлом году поставили. А вы едьте дальше до просеки и затаитесь. Ничего, от нас никуда не убегут. Давай.
Стоять! Ух ты! Кто такой? Родная милиция. Я, правда, не ожидал здесь вас встретить. Я спрашиваю, кто такой? Мы? Мы из бригады Цуркана. Дезактиваторы. А что в хибаре прятал? Помилуйте, товарищ милиционер. Чего мне прятать? Я просто мимо проходил и заглянул чисто из любопытства. Мы здесь, недалеко, в Гуменцах работаем. Гуменца, говоришь? Да. Но ведь здесь нет такой деревни. Товарищ милиционер, ну как же нет? Я точно знаю, есть. Что в мешке? В мешке у меня тушенка, я ребятам несу. Хотите, покажу? Не надо. Пойдем лучше посмотрим, что ты там внутри вынюхивал. Пожалуйста. Только там и смотреть-то особенно нечего. Вперед. Вперед. Сейчас. Вперед. Вот здесь встал? Здесь. Да. Только вы аккуратно, там ступенька, я чуть нос не расквасил. Разберусь. Угу. Он смотрит охота, а я там родился. Прилягте. Так умирать будет удобно.